Здорово, чуваки, с вами Бодрение. Продолжаем проходить Shadow of Tomb Raider. Короче, начинаем. Мы прошли Tomb Raider все две части, которые были до. Сейчас переходим к третьей части. Давай, новая игра. Да. Общая сложность. Давай, наверное, на сложную, но самое будем, не? Похуй. Насрать вообще. По харду будем ебашить. Че он не грузится-то, блядь? Что это долго грузится? Слышишь? Черт. Черт. Мара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. О, даю взаимодействие, блин. Thank you.
Ну лезь давай, лезь. Так, вот дали камеру, короче, давай посмотрим, что у нас по звукам. Так, нормально все по графике. Максимальная пусть будет. Все, на максимально, да, стоит графика. Да, нахуй с ним. Фиона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес, надо этим заняться. Вам, по-моему, чувствительность пиздец здорово надо убавить. Чувствительность мыши. Где это? Чувствительность. А где вот именно? Какая? Во, вроде норм. Я на скалу ласково. Так, а тут залезть-то можно или не? А можно, смотри. Ты тут там фонарем светит или что это, блядь? Иона, я на месте. Иду внутрь, уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Ого, ты только посмотри. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за меткам твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... Что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить.
это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Вот все. Что, он не слышал, что мина сработала? Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. И он. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что, после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу. Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Блядь, игра, бля, пиздец, наверное, интересная будет. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Здравствуйте, Дюна. Так, что ты нашел? Тут ничего нету? Вроде ничего. Куда он ушел? Будем искать дальше. У меня от вида еды в животе урчит. Зря ты не поела. Мне было не до того. Как всегда.
Чё тебе? Молодость молодым не впрок. Наверное. Это не про меня. Я в юности нагулялась. Четкая информация, прям вообще. Так, ну тут ничего нету, в принципе, вот здесь вот ничего нету. Давай дальше пройдемся, посмотрим. Что ты хочешь сказать? Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендос. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Ну да, ему, наверное, плохо будет. Да. Не видно его? Нет, продолжаем искать. Вертолетик будет ловить. Я его не вижу. Будем искать дальше. Смотри, это за моего папу. Может, зажечь один для мамы. Ну-ка, а тут есть что-нибудь наверху? Это испытание, да, тоже есть. Ну да. А хуй-то, я не знаю, где что тут. Оно мне не показано. С ума сойти, красавец. Так, по чуть-чуть опыт капает. У меня был точно такой же. Нормально. Постоянно каталась. Почему перестала? Отправилась в Яматай. О. Здесь многое происходит. Вернуться сюда, когда мы будем свободны. Что-нибудь приглянулось? Просто смотрю. Ты из Англии? Возьми сувенир на память. Извини, Хуан. У нее и так уже полно сувениров. Ладно, Иона. Откуда ты всех знаешь по именам? Я с ними общаюсь, и ты попробуй. Так, ну чё, в принципе, это осталось только пойти направо, блядь. Направо я ещё не ходил. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Вон, тут тоже что-то есть. Они не видят, что я у них что-то подошел, взял им вообще похуй, типа. Они слепые. Ты определенно произвел на них впечатление. Мне здесь нравится. Хорошие люди. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят, как жизнь? Хорошо, тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Желки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это... сделать подношение или... Что вы там такое делаете с идеалами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Ама. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Доминги что-то заподозрил. Ничего нету, да? Извините. Что тут есть, что не? Да вроде ничего нету. Оно не бегает здесь, в принципе, здесь людно, по сути, наверное, потому и не бегает. Связались с Верховным Советом, командир? Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Обязаны дойти до конца. Есть, сэр. До Медового
бы месяца не дошло. Сочувствую твоей утрате. Может быть, я съезжу один. Сейчас, подожди, подкурю. Куда ты собрался ехать-то? Куда хотел с женой? Да тут нету нихуя вообще. Одни гробы и люди, которые оплакивают мертвых и все. Куда это идти? Подожди, а что мне на уровне сложности не показывает, да, то, что я... Помощь при прицелении включена больше... Несчастье за боеприпасами, врагу установлены за поздоровье и урон. Слушай, отсутствует восстановление здоровья во время боя, меньше ящиков за боеприпасы, отсутствует маркер попадания при прицелении. Врагу больше здоровья, но они наносят больше урона, также быстрее определяют местонахождение враги, не посвященные инстинкты и выживания. А, ну нормально. Ничего страшного. Бля, куда идти-то? А, туда, наверное. Бля, тут не пройти, слышь. Что-то я заплутал чуток. Братики, куда идти мне? Ебаный, бля. Здесь все заслонено. Может, там пройти можно, не? Ёпт, у тебя куда идти-то? Во! Так, я меточку ебану, нельзя? Ну, мне куда-то туда показывают, а как туда пройти, бля? Это я нихуя не понимаю. В чем прикол-то? А, тут, наверное. А, да-да-да, точно. Прости. Прости. Будь прощенным, да. Так, а что тут есть что? Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да-да, я поняла. А тут есть что-нибудь? Ну, может, тут что-то есть, не? Я думаю, ничего нету, нахуй, зря только пришел. В любом случае, мне только сюда идти. Дискульпе, сеньорита. Виновата. Я думал, меня насильно толкнуло. Пока ничего не попадается, ничего не из этого мотоцикла туда. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Что у нас пиздило, да, это? Что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Блядь, долго так ходить буду? Доктор, сон мучился с усомрис. Осторожность не помешает. Я буду очень любить. Спасибо. Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найду. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Ну?
выйдешь из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Кабинета. Ебать, у тебя кабинет, конечно. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Так, сюда, да, в дверку. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Что это такое? Тряпка какая-то. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это. Отведи его к руинам. Там уже никто не. Так здесь ничего нету, да? Заканчивайте уже! Они нас... Последние слова. Кстати, я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. О-о-о. Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Подожди, дай-ка я тех двоих жмуров залутаю. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Надо взглянуть на эти руины. А где это хуй-то? Да, посмотрим, что тут. Что-то есть. Что-то нашел. Надо взглянуть на эти руины. Да бегай, смотри, что. Надо сходить к тем руинам. Каким? Каким руинам, блядь? Тут ничего нету, да? Да, ничего вроде нету. Как-то вообще пусто, тухловато. Надо взглянуть на эти руины. Ладно, пойдем отсюда. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Да. Нужно спуститься вниз. Ну чё, тогда давай, наверное, в следующей серии будем спускаться, пацаны.